Это мой Бишкек. Место, где каждый его метр не похож на остальные. Соседство неба и гор. Уютная, волшебная улица. Славные традиции. Здесь ты свободен. Можешь стать кем хочешь, когда захочешь. Красоты фасадов, радость молодых, дружба народов, память старых дворов. Все это наш Бишкек. Город, который люблю. Дом, который берегу. Авангард стиль. Строим мечту. Здравствуйте, дорогие наши телезрители! С вами я, Айзада Дощумбаева, ведущий дизайнер строительной компании «Авангард Стиль». В одной из прошлых наших передач мы показывали вам наш новый проект «Шоурум» вместе с дизайн-студией «Neo Style», а также строительной компанией «Билд». А сегодня мы покажем вам нашу двухкомнатную квартиру шоурума вместе с ведущим дизайнером студии «Uno Design» Екатериной, а также руководителем ремонтно-строительных работ компании «ПСК Групп» Марией. Ну что, девочки, пойдемте? Easy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Здравствуйте! Добро пожаловать в шоурумы жилого комплекса «Французский квартал». Реализация проекта уже стартовала, и компания «ПСК Групп» полным ходом ведет ремонтостроительные работы. Сейчас мы с вами находимся в двухкомнатной квартире площадью 79 квадратных метров. Дизайн интерьера данного помещения был разработан студией «Uno Design». Екатерина, прошу рассказать вам об особенностях и интересных дизайнерских решениях. Добрый день. В нашей дизайн-студии был разработан проект в современной стилистике. На данный момент мы находимся в холле, из которого мы попадаем в кухню, гостиную, спальню, а также два санузла. И для того, чтобы наш проект получился в точности таким, как на картинке, нам нужна помощь специалистов. Когда речь заходит о ремонте высокого качества, необходимо соблюдать правильную последовательность и качественное профессиональное исполнение каждого этапа. К начальным этапам относятся электромонтажные работы. Это вывод электропроводов в розеточные группы и на осветительные приборы. Екатерина. Сейчас мы находимся в гостиной, и здесь для нас уже были подготовлены все электропроводки. Это выводы под люстру, софиты, а также подсветку стен. И розеточные группы под телевизор и розетки для бытового использования. На текущий момент наши специалисты занимаются монтажом потолков из гипсокартона. Потолки идут многоуровневые с нишами для подсветок. Пройдемте, сейчас мы вам все расскажем. Ход работы такой. Первоначально идет устройство каркаса из металлических профилей. Далее уже обшивка гипсокартоном. Мы используем материал немецкого качества. Сейчас мы находимся в кухне. Здесь для нас будет собрана система парящего потолка с контурной подсветкой по всему периметру. Также карманы для подсветки под софиты. На данный момент ребята собирают для нас подшивку кухни. Все ригеля будут выведены в один уровень. Следующим этапом идет облицовка стен, ванной комнаты и санузла и параллельно малярные работы. Но это уже на наглядном примере вы можете посмотреть в следующих программах.